Меня зовут Одегова Левтина, я из Новосибирска. Мы этот тренинг проходим вместе с супругом. Вообще, это замечательная возможность проходить тренинги и совмещать их с отпуском. Получается, вы за одно и то же время можете и научиться полезному, и в то же время полюбоваться прекрасными местами, отдохнуть, увидеть мир и познать что-то новое. Тренинги Павла Борисовича мне очень нравятся. Я у него уже прошла где-то 8 тренингов вместе с вебинарами. Он действительно потрясающий тренер. У него можно многому научиться, просто потому что он сам по себе успешный человек. Много информации можно непосредственно с него считать, потому что, к сожалению, есть тренеры, которые владеют технологией, но сами свою жизнь не изменяют. Павел Борисович, он использует свои технологии, и у него в жизни все хорошо. С него хочется брать пример. Относительно тренинга самогипноза, ну, здесь надо быть, рассказывать я ничего не буду, потому что здесь много полезных фишек, и кто хочет научиться, приезжайте. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать. Я вообще всегда за это. То есть у меня так никогда вопросы не ставятся. Ну, если я чувствую, что я чего-то хочу, я еду. У меня не бывает такого, что еду, не еду. Или ехать, или... Если вообще никакого желания нету, тогда бы вы не оказались в этой информации, у вас бы вообще никакого не возникло там желания, вы бы даже не зацепились. Если у вас возникают вопросы, значит, вам это надо. Значит, надо ехать.